Вы знаете, что у нас уже началось разговор с Турцией. Мы надеемся и с поддержкой России наладить отношения с Турцией. И мы интенсивный разговор идет с Азербайджаном по поводу урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы. И в этом контексте тоже мы надеемся на поддержку Российской Федерации не только как стратегического союзника Республики Армении, но Российская Федерация и очень близкий партнер Азербайджан. Для Азербайджана тоже это открывает возможности, я думаю. Но я хочу подчеркнуть еще и роль Российской Федерации как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, который занимается урегулированием Нагорно-Карабахской проблемы.